Если мы выбираем новый проект, на самом деле их вот сколько типов проектов. По некоторым мы с вами пройдемся. По поводу электрогитар. Встроенные офигенные уже усилители с педалями, с примочками они называются, которые позволяют нам искажать звук, как нам надо. Ну вот, например, у нас есть, давайте возьмем какую-нибудь петелечку. Гитару. Сюда ее раз. Давайте петли поставим, чтобы не кончалось. Оп. Видите, уже звук изменился. И тут мы просто можем с вами менять усилители. Добавляется. Правку можно сделать. Настраивать немножко примочки. Видите, да? Там не так все сделано, вообще не так, вообще не то. Не-а. Там, кстати, другие примочки. Там абсолютно по-другому все организовано. Ну вот, то есть мы можем так вот работать с гитарой. Да, то есть подстраивать свои нужды, это очень удобно и очень клево. Кроме этого, мы можем записывать, естественно, еще раз говорю, обрабатывать уже готовую запись, можем записывать и создавать музыку с помощью петель. У меня их тут поболее, чем обычно, но тем не менее. Можно взять, допустим, биты какие-нибудь. Жесткое получилось. Но на самом деле тут вариантов вагон. А стоят джимбаки стоят? Все? Нет, по-моему, не все еще. Еще все. Ну вот. Также можно, пожалуйста, добавлять любые петли. Там бас какой-нибудь жесткий сделать, не сухой, а, допустим, электронный, да, там. Ну, направление еще выбрать. Электронный. Ну, да. Короче, на Винде была такая программа EJ. Но это только часть. Это да, да, это часть гаражбенда. А очень часто Fruity Loops вспоминаю, когда вот это видел. Вот, на самом деле, плюс добавив джимпеки, я там получаю, человек, которому это надо, получает там огромное количество всяких вариантов для составления мелодии, в том числе... Песен. Есть сторонние эти библиотеки тоже можно слушать. Да, ну... Single circle to a wave. В тему. Ну, если уж тогда, там скорее было в тему всякие вот такие вот вещи. Кантри. Что-нибудь такого плана. Кстати, слышали, тут товарищ, не помню, как, Юра Демидович, что ли, из Белоруссии, с песней «Волшебный кролик». Угу. Слышали, да? Ну, это там мальчик какой-то безумный абсолютно. Ура. Тем не менее, он в чистом виде петлю взял из гараж-бенда. Там у него проигрыш, сейчас попробую найти, этническое. Ну, теперь...
Спотлайт. Есть же спотлайт. Да, она что-нибудь этническое, она религиозная. Ну да, я в курсе, о чем речь. Но там просто, просто безумие. Волшебный кролик. В спотлайте. Так, экзотика. Вот. Где-то должно быть. Этнический мальчик. Нет, вот он. Четко просто. И пошло там. Вопрос безумный человек. Кто писал такие вещи? Да вот. То есть вы видите, можно собирать абсолютно спокойно музыку, да? Абсолютно спокойно. И еще я хочу как бы отметить то, что. Давайте еще что-нибудь воткнем. Кстати, петли встречаются на нашем телевидении очень часто. Да, ну а что вы удерживаетесь? Букины там всякие и так далее.